Наполи. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-лана. Пауза. Ну, так и не берут. Красиво исполнил Адам Лалана. Пенальтистом в Ливерпуле. Ну, там есть и другие люди, которые исполняют. Там есть и Коутиньо, и Старич. Там полно людей, которые исполняют пенальти. Видишь, длины руки не хватило Рейни. Что... В этом моменте... Ну, здесь, честно, преимущества нету англичан. Здесь много испанцев. Ну, и вот еще раз смотрим. Пас. Даже, по-моему, Хендерсон не смотрел, кто где. Но... Знал, что Джейми Варди там на дальнем. Там Стерлинг-то был в офсайде, да, но мяч через него перелетает. И здесь отметим румынскую бригаду арбитров, которая очень здорово этот момент разобрала. И Джейми Варди к заработанному пенальти еще и приплюсовывает гол за национальную команду в этой встрече. И вот он, не только Варди, все застыли. Класс. Красавца. Да, класс. И Уолкотт, и Стерлинг. А Саутгейт, почему... Забивает свой первый мяч в первой же игре за национальную сборную. Посмотри, как здорово, да? Ушел здесь от Стоунза. Да, он раскачал его. И пробил от штанги в дальний угол. Аспас в какое-то время поиграл в Ливерпуле. Там совсем мало у него было матчей, но как раз из Вигу его выписали в этот замечательный город, в этот клуб. Да, он потом был... Акель маркадор. La tuvo antes Isco y después gol del gol de Iago. Ahora sí, en el 95 por debajo de las piernas, Inglaterra 2, España 2, gol de Isco, Ricardo. Aquel marcador. Bueno, que de algo bien, mejor. Bien, buena. Bien. La tuvo antes Isco y después gol del gol de Iago. Ahora sí, en el 95 por debajo de las piernas, Inglaterra 2, España 2, gol de Isco, Ricardo.